Добрый день. В этом номере «Гудка» на второй странице читайте о том, как с простоями вагонов будут бороться санкциями и оптимизацией логистических схем. Речь идет о Дальнем Востоке и первой грузовой компании. В последний месяц лета и вот сейчас тоже здесь довольно значительные проблемы. Значительная часть подвижного состава, полвагонов, там в районе там, 20-30, даже было 45%, простаивала. Здесь под сверхнормативной простой, под погрузкой и выгрузкой. Конечно, это крайне неудобно для первой грузовой компании, и она готова бороться с этим всеми возможными способами, кнутом и пряником. Сейчас введены уже с сентября штрафные санкции за простой, сверхнормативный. Но кроме этого, конечно, будут бороться и с помощью содействия общения с грузоотправителями, оптимизация логистических схем. В принципе, простое связано с тем, что портовиков просто не хватает мощностей для того, чтобы принять растущее количество грузов. В первую грузовую компанию признают, что они, конечно, не хотят с помощью этих штрафов увеличить свой бюджет. Нет, они хотят как раз увеличить оборот вагонов, что выгодно всем сторонам перевозочного процесса. А пока что вообще такие простые могут вызвать угрозу срыва Северного завода за топливо. Хотя, конечно, пока Северный завод идет нормально. Например, в регионе Чукотки завезено уже где-то около 80, свыше 80% топлива на котельные муниципальные. В принципе, до 1 октября уже закончится завоз. Но надо, конечно, учитывать, что во многих таких регионах Дальнего Востока уже начался отопительный сезон. Оу-е! Уважаемые читатели, тема безопасности на железных дорогах – одна из самых приоритетных тем в нашей газете. И в сегодняшнем номере газеты «Гудок» мы предлагаем вашему вниманию на второй полосе небольшой материал о том, что Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура возбудила два дела по факту неправильной погрузки, выгрузки опасного взрывчатого вещества. А произошло следующее. На станции Буденновск индивидуальный предприниматель разгружал цистерны с сжиженным углеводородным газом и грузил этот газ в свой автомобиль. Работники Минераловодского ЛОВД, сотрудники внутренних дел, пресекли погрузку, и затем прокуратурой была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что предприниматель не имел ни лицензии на транспортировку такого взрывчатого вещества, ни к тому же он нарушал все правила погрузки и выгрузки сжиженного углеводородного газа. И таким образом на него сегодня заведено два уголовных дела, и ему грозит штраф в размере более 200 тысяч рублей. К тому же прокуратура вынесла представление об устранении нарушений начальнику Минераловодского отдела работы железнодорожных станций, а также вынесла строгий выговор начальнику станции Буденновск. Добрый день. В сегодняшнем номере «Гудка» читайте о том, что в России ужесточаются правила дорожного движения. С 1 сентября вступает в силу закон, который существенно увеличивает штрафы за нарушение правил дорожного движения, в частности, за нарушение правил парковки. Правда, основные, самые жесткие нормы будут действовать только с 1 июля 2012 года, но уже сейчас появилось изменение, согласно которому эвакуация машин, неправильно припаркованных, стала платной. Если раньше первые сутки на штрафстоянке водитель мог за первые сутки не платить, то теперь
каждый час ему придется оплачивать. Это будет достаточно болезненно для автомобилистов, потому что до сих пор практически все из них успевали найти свою машину именно в первые сутки и не платили за это ни копейки. С 1 января 2012 года увеличивается также штраф за проезд на красный цвет с 700 до 1000 рублей, а с 1 июля вступают в силу существенные штрафы за нарушение правил парковки. И здесь также вступает в силу скандальная норма о том, что жители Москвы и Петербурга будут платить штраф больше, чем жители других регионов. То есть, например, за нарушение правил парковки жители регионов заплатят 300 рублей, а жители обеих столиц более 2500 рублей. Эту норму продвинули власти столичных регионов для того, чтобы уменьшить пробки, для того, чтобы ситуацию на дорогах немножко улучшить. Правда, автомобилисты говорят, что это совершенно несправедливая норма, нарушает Конституцию, потому что правила дорожного движения для всех одинаковы, и, соответственно, наказание для всех тоже должно быть одинаковым. На спортивной полосе Гудка сегодня вы прочтете интервью с Владимиром Коротковым. Поверьте мне, человек-легенда, реальный человек-легенда. Почему, объясню сейчас. Ну, во-первых, этому человеку исполнилось 70 лет. Во-вторых, свои 70 лет он выглядит, реально как молодой человек. И он такой был работящий, энергичный, каким, скажем, я его знал те же самые 10 лет назад, таким он сейчас является, совершенно не меняется человек. Но самое главное, разумеется, это человек, который на заре 90-х годов вместе с Юрием Семиным и Валерием Филатовым взялся делать «Локомотив» таким, каким он является сейчас, успешным. Футбольник «Локомотив», само собой разумеется. Успешным, серьезным клубом европейского уровня. Человек, который вместе с «Локомотивом» добивался его легендарных побед в чемпионате России и в Еврокубках. В Еврокубках, разумеется, не побед, но очень успешных выступлений и в Кубке Кубков, и в Лиге Чемпионов. Человек серьезнейший, человек, который прикладывал свою руку для того, чтобы воспитывать многие поколения игроков, бывший начальник команды. И сейчас советник президента футбольного клуба «Локомотив» Владимир Коротков. Я его поздравил с 70-летием от всего Гудка. Спросил о главных вехах его жизни. Разумеется, он рассказал много интересного. Скажем, начинал он в московском «Спартаке». Вернее, начинал в родном Ногинске. Был таким серьезным бомбардиром. После этого был привлечен молодым парнем в московский «Спартак». И мог бы в нем остаться. И уже через 5 лет вместе с другими молодыми людьми завоевать золото. Чемпионат СССР, однако же не захотел сидеть на скамейке запасных. Как он рассказывает, он плакал и рыдал. И вместе с великим ветераном спартаковским Дементьевым сидели они и рыдали вместе, когда он уходил. Ну вот он решил для себя, я ухожу в Ногинск, поскольку на скамейке запасных сидеть не хотел. С большим теплом он вспоминает, как делался «Локомотив». Он пришел в «Локомотив», и Юрий Семин, вернее, звал с Валерием Филатом его из, значит, Федерации футбола РСФСР, тогда, где он занимал достаточно серьезное, спорткомитет РСФСР, где он занимал достаточно серьезное очень, в общем-то, место. И ему говорили, оставайся, тебе ждет очень яркая чиновничья работа, но, тем не менее, он на все, грубо скажем, плюнул и бросился обратно в пучину футбола. Как следствие золотые медали «Локомотива», как следствие многочисленные кубки, как следствие чудесное выступление в Еврокубках. Интересно, что из тех людей, которые делали этот великий человек, «Локомотив», он остался один сейчас. То есть сейчас в «Локомотиве» нет ни Юрия Семина, ни Валерия Филатова. Он один, и вместе с ним великие традиции той команды держатся. Но он говорит, что все впереди, что все «Локомотива» будет обязательно хорошо. И говорит о том, что если все срастется сейчас, то уже в 2013 году мы сможем мечтать о золоте.